Всем привет! Вы на канале Алиса Изи. И сегодня нашим хомячкам исполнилось 22 дня. Подписывайтесь на мой канал вот здесь, чтобы узнать, какими они стали пушистыми и быстрыми. А также, если вам понравились мои хомячата, поставьте им лайк. Я обязательно им передам, как их все любят. Сегодня у нас тарарам. Хомячата носятся по клетке. Кто-то что-то ест, кто-то у кого-то что-то отбирает. Остальные ищут клад под опилками. А вот и мама. Умывается наша чистюлька. Сонный малыш выбирает в кормушке самые вкусные семечки. А эти два медвежонка играют в углу. Мама все время лезет в объектив камеры. Хомочка, все уже поняли, что ты у нас фотомодель. Все что-то ищут, поиски клада продолжаются. А тут два черных клубочка зарылись. Ну посмотрите, какие они стали пушистики. Красотульки! А вот черненький малыш остался один и бегом в компанию, а то без него клад найдут. Так в раскопках и играх проходит вечер. Вам понравились
мои хомячатки, поставьте им лайк и передайте привет. Мне интересно, есть ли у вас хомячата и какого они цвета. Хотите, я покажу ваших хомячат у себя в видео. Выкладывайте их фото в моей группе ВКонтакте и пишите, как их зовут, какого они возраста и как зовут вас. А сейчас я передаю видео приветы. Первый привет для Екатерины Козловой из города Смоленска. Второй привет для Снежаны Юговой из города Караганды. Привет! Еще передаю привет Маргарите Сапковой из города Ярославля и ее подруге Ане Кочиной. Привет, девчонки! Ну а если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А всем пока-пока!